С румынским специалистом встретился губернатор края. Вениамин Кондратьев обсудил с Петреску клубные планы на будущее. В этом сезоне Кубань покинула премьер-лигу и будет играть в футбольной национальной лиге. И для меня очень важно и отчасти больно, что сегодня происходит с Кубанью. Я не считаю нужным сейчас копаться, почему это произошло, и конкретно искать крайних. Что произошло, то произошло. Важно, чтобы теперь мы смогли исправить эту ситуацию. У нас мало времени до чемпионата. Я приехал сюда работать и буду выкладываться на 100% вместе с клубом, чтобы добиваться цели и результата. Надеюсь, что мы вместе выведем Кубань на уровень, который клуб достоин. Я счастлив вернуться к результату. Я счастлив вернуться к Кубани. Дан Петреско уже был тренером футбольной Кубани с 2010 по 2012 годы. И тогда ему тоже пришлось вытягивать клуб в премьер-лигу. Команда из первого дивизиона вышла в премьер-лигу под вашим руководством. Больше того, она стала любимой командой не только жителей края, но и обратной части россиян. Нам бы очень хотелось сегодня, чтобы мы снова повторили, если можно, вот тот же рывок. И просто, хотя это совсем непросто, снова вернуться в премьер-лигу. И снова стать, безусловно, любимой командой и смотрибельной командой нашего края. Прежде чем принимать наше решение, много слышал мнений о вас. И хочу сказать, что вы не очень были любимы функционерами в спорте региональными, но очень любимы болельщиками. И вот это перевесило. Для меня Кубань родная команда. Я тренирую уже 15 лет, но так как я себя чувствовал здесь, я не чувствовал себя ни в одном клубе. Хочу, чтобы меня судили по результатам, которые будут сейчас, а не по тому, что было раньше. По словам румынского специалиста, играть в футбольной национальной лиге порой тяжелее даже, чем в премьер-лиге. Контракт с Петреску рассчитан на 2 года. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.